Всем привет, продолжаем играть Mountain Blade TLD. Мы с вами сейчас в Рохане. Я тут не туда зашел. Вот сюда надо было. 36. Говно. А, чешуйчатый, ну серьезно, нахрен не чешуйчатый, блин. Ребята, ну вы издеваетесь, что ли? Ладно, давайте хоть еды возьмем. Зря, что ли, ехали. Харадский передовой лагерь. Ну вы дебилы, что ли? Ну какой харадский передовой лагерь? Нахрена? Ай, боже. 40-17. Кстати, неплохая вещь, но дорого. Хотя нахрен, никакая разница. Я в любом случае этих ребят, если что, распущу, да и все. Так, только кому мне ее накинуть? Кили, кстати, а что у тебя там по снаряжению? 35-13. Как дурачок выглядишь. Так, ладно. 35 Гермина. Я, блин, зараза, защита повышается, да, но нагрузка большая. 35. Это, конечно, очень огромная нагрузка. Ну ладно, пожертвуем пока защитой, нагрузкой ради нормальной защиты. И едем забирать своего, блин, грёбаного врача. О, вот этих ребят еще надо разбить. Зачем, спросите? А я отвечу, у них 5 пленных, а у меня задание еще есть на пленных. Я ж его так и не выполнил. Слышь, летучие ребята. Опять же, союзные войска дурацкие. 36 союзников. Нахрен мне столько. Непонятно. Ну ладно. И после этого двинем к Харады, Хадите, я не помню. Какой-то лагерь. Какой-то из лагерей. Там наши ребята стоят, надо забрать нашего врача. Потому что они меня задолбали. Ты серьезно? Сдохни просто. Умри. Ты что, бессмертный? Так, что у нас там? 2 вырубленных, 1 у союзников, 33 у них. Их было 70, 69. Осталось 12. Еще одна драка будет в любом случае, ладно. Ну, мои очень сильно побиты, и без врача, и быстро на ноги не поставишь. Я могу, конечно, плюнуть и начать раскачивать врачебные навыки у себя. Это слабо поможет. Во-первых, пока я их раскачаю, во-вторых. А во-вторых, это будет в ущерб мне очень сильно. На кой бог мне врач, если я сам буду раскачиваться как врач? Хорошо.
Прекрасно, еще 20 человек. Союзники дебилы. Нахрен мне 200 людей, чтобы разбить 70. Когда не надо, блин, присоединяются, когда нужно, их не найдешь. Которых я сейчас повыпускаю просто-напросто. Да, задание выполнено, шикарно. Так, во-первых, тут налетчики. Давай. Пошли вот так. Тут особо нечего ждать, там 5 человек. Я помог просто ради того, чтобы мне накинули хорошие отношения. Эх, жаль, музычка такая хорошая, только началась, сразу закончилась. А, тут еще и пленные были, шикарно. Так, стоп, 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 стоп. По заданию у кого? О, ты, верни мне моего врача. Спасибо, все, иди нахрен. Дейловские ребята. Прям вовремя. Вы прям очень вовремя подошли на... Шикарно. Просто шикарно. Хорошо. А, так. Во-первых, Килли очень сильно ранен. Я надеюсь, что мой врач его вытащит, но... Но это все будет немножко позже. Так, мы сюда. Оружейка. 400. 40-13. Неплохо. Полевой склад. 800. А, да. Козармы. Козармы мы сдаем вот этих ребят. Не очень много, но хоть что-то. Прощайте. Продолжить. Сохранить. А, что я еще хочу? Так, во-первых, я хочу посмотреть, что тут с вот этими. Задолбали. Вы можете мне объяснить, нахрена ты меня зовешь каждых 3 минуты? Что ты хочешь? Где этот владыка? Гондор, не хватает очков снабжения. Да мне плевать, ты понимаешь. Опа. О, владыка бегает. Хернёй страдает, блин. С этим они дерутся. Нашли ж главное, с кем подраться. Нахрен вы с ними деретесь? Деритесь с кем-то полегче, блин. Набивайте себе уровень, а потом будете драться с этими. Странные ребята, ну ладно. Да, не забываем сохраняться. И эти, блин, придурки постоянно Дейл осаждают. Вы издеваетесь, что ли? Нахрен вы приходите сюда? Дебилы, что ли? Класс. Просто, просто шикарно. Вы серьезно? 1100 против 300. Придурки. Да, мечник Гондора ушел, я прям расстроился. Честно, мне все равно, ребятки. Я не знаю, что это за бред. То есть зачем они вот эти вот драки устраивают в 300 на 700? Просто даже если я, во-первых, присоединюсь, мы не победим. Во-вторых, сколько алакаев там? 8 алакаев!
Идите в жопу. Просто взялись за ручки и пошли все вместе. Нахрен вы мне нужны. И еще у меня вопрос. При чем тут Лутрин? Почему вы постоянно, блин, осаждаете всех подряд? 4200 должно быть. Берлинги 5. Дейл 6000. Харады 7. Темнолесье 8. Имладрис 7900. Лотриен 7. Изенгард 2400. Почему Изенгард никто не осаждает? Блин? Короче, ладно. Бред бредом, блин. Может эти присоединятся к этим? Если да, то они попытаются хотя бы помочь. О, да. Вот это уже более существенно. Помогут эти еще? Нет. Да, у него есть Алакхай. Сколько их? Двое. Давай. Давай, давай. Где он? А, там наш. Будет хорошо, не получится, будет такое. Особо ни на что не повлияет, честно. Хай пойдут либо в третьей волне, либо вообще в следующей. Ауч. Что у нас там? Последнего добили. Шикарно. Так, и остался 71, у них было 117 вроде. То есть осталась еще одна драка. Там будет 2 Алакхая. Вот в чем проблема на самом деле. Снова вернулся. Да вы задолбали, вы можете не возвращаться. Если свалили, то сваливайте. Зачем вы возвращаетесь постоянно? Бесите. Ну, добейте вы его. Все, зашибись. Да, 50 человек осталось. Это последнее это, но... Зараза, тут Алакхай. Поэтому... Будем продвигаться.
нравится нож. Нож по чуть-чуть. А вон и Алакай, я их уже отсюда вижу прямо. Хорошо вижу. Давайте мы со стороны Алакаев заедем. Я постараюсь их сразу расстрелять. Если выбьем двух Алакаев, дальше будет не так тяжело. Теперь можно вот так. Лакаев нет, больше особо некого бояться. У них там остались в основном слабые воины, поэтому не важно. Да ты издеваешься. Иди вперед, скотина. Топчись по их трупам. Осталось трое. Сейчас мы их выбьем и, в принципе, можно будет вернуться ближе к своим, посмотреть, как у них там было. Я бы присоединился на самом деле к битве 7 сотен на 7 сотен, но это опять же затянется очень на длительный срок, поэтому не очень хочется. Плюс... все так печально, чтобы Лотриен, передовой лагерь, хорошо. Лотриен — это неплохо. Так. Ой. Ой, какая ты моя радость. А сколько у тебя Локхайл? А у него нет Локхайл. Ха. Не повезло парню. Давайте мы сделаем немножко по-другому. Сохраняемся. И просто смотрите у нас. 32 это... одна кавалерия, сплошная кавалерия. Причем не самая слабая кавалерия, извините меня, рыцари Ривенделла и рыцари Арнора. Или лучшие из лучших. Плюс молдские стрелки есть еще. Все шикарно. Ну а тут еще и орла, блин, затесались непонятно зачем. Стрельщик Крохана. А, это союзник. Я думал, что это мои. Но нет, это всего лишь союзные. 16. Фарахат незаконнорожденный созывает своих воинов. Да у них там еще право наследства, если есть у этих воинов. Кошмар какой-то. Так. Шестнадцать, пятнадцать, десять.
Добивайте, ребят, просто добивайте всех. Добиваем этих и идем дальше. Сколько у нас там осталось? Один. Добейте вы его. Пожалуйста, вам за помощь, ребятки. Так, и эти двинулись у нас в ту сторону. Мы их добьем как-нибудь в следующий раз. На сегодня мы на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.